Всем привет! Хочу показать изменения свои у ленкоранской альбиции. Я ее привезла с Крыма, с Евпатории. Сразу я ее подрезала, она была лысой. Сейчас у нас 7 ноября. Вот так она обросла. Красотка, хорошо себя чувствует. Наложила я проволоку, загнула ее. Очень любят ее животные. Кошка, собака периодически едят листья. Немножко покручу. Пока ни за какую форму я не хватаюсь. Просто немного ее изменила. Но она очень по себе хороша. Очень нравится она, радует меня своим салатовым цветом. В квартире в московской живет великолепно, поэтому рекомендую. Дерево замечательное. Всем пока!